Успокаивает игру Никита Нестеров. Поднимает глаза. Класс Дальбек. Дальше Плотников. Средняя пройдена. Анке Каменев. Каменев в сторону ворот. Не ждет, когда Плотников подключится на отскоке. Здорово. И вот шанс. И вот 1-0. 1-0. И это Каменев аккуратно укладывает шайбу. Точно в 9 ворот магнитогорского Металлурга. Вот выиграли борьбу. И посмотрите, Каменеву было неудобно принимать эту шайбу. Вот Плотников отдает. Видите, Каменев успевает с неудобной руки обработать. И он фактически даже не бросал, а скорее, я бы сказал, ковырнул шайбу вот туда, в ближнюю девятку. Ну и, конечно, Слепышев перед Кошечкиным. Такой двойной блок, да. Потому что помимо Антона Слепышева был еще игрок Магнитогорска.